Всем привет! За окном у нас сегодня вот такая вот нелетная погода. Слякоть, дождь, грязь и холод. Весна. В прошлом году я примерно по такой же погоде, в это же время года, в середине мая, пошел на рыбалку. И так получилось, что меня накрыло дождем и чуть ли не штормом. Вот. Придя домой, я обнаружил, что телефон мой полностью промок. И чтобы избежать этого повторения этой ситуации, я приобрел один интересный гаджет, который сегодня хотел показать вам. Значит, вот, собственно, это нехитрая приблуда, которая поможет сохранить ваш телефон, смартфон или что у вас там есть еще. От попадания влаги, песка, грязи и так далее. Это водонепроницаемый чехольчик от фирмы Yosh. Change your mind, Yosh your life. Вот так вот он. Такой у них слоган. Значит, вот этот чудный конвертик я заказал на Амазоне. Ну, в принципе, я думаю, что такие вещи есть везде. Вот. Для тех, кто каким-то образом контактирует с плохой погодой, при этом хочет, чтобы его телефон всегда был под рукой, вот очень рекомендую приобрести вот такую штуку. Значит, вот такая упаковочка. Ничего особого. Обычный пакет с залипкой. В комплекте ремешок и сам чехольчик. Внутри вставочка картонная, которая имитирует ваш смартфон. Значит, на обратной стороне на ней нарисована инструкция, как чего делать. Очень простая штука, при этом очень полезная. Я вот сегодня как раз ее уже испробовал. Значит, вот так открывается. Ну, тут просто такие две поворотные кнопочки. Фиксаторы. Можно нажать вот на эту часть, то есть вот так к центру, а можно просто вот тут с краю есть такие небольшие выемочки, вот я думаю их видно, и мы берем и вот так вот просто чем-то поддеваем и открываем. Значит, что у нас получается в итоге? Сам пакет, который герметично закрывается и потом зажимается вот этими пластиковыми держателями с двух сторон. В общем-то, штука действительно нехитрая, вот, но при этом весьма полезная. Значит, как это реально работает? Берем смартфончик, то есть видим, даже достаточно крупные смартфоны сюда легко помещаются. Выставляем так, чтобы кнопочки смотрели четко вперед и попали в предназначенные для них отверстия. Вот. И все. И потом просто закрываем. Ну, как бы, конечно, можно там сначала прожать, прогладить, чтобы вышел воздух. Ну, а можно и так. Вот. Шнурочек. Ну, самый обыкновенный, ничего такого. Шнурок, крепление быстросъемное. Так, вот так, чик. Ну, в общем-то, все пластик, но при этом достаточно качественное. Работает ли смартфон в этом чехле? Работает. То есть, ну, понятно, что сенсор я сейчас не могу нажать. Вот, но ответить на звонок, допустим, да, провести рукой, вот, можно. Кнопки работают. Слышно, в принципе, нормально. Ну, то есть, в принципе, все функции телефона, начиная от самого телефона и заканчивая камерой,
Вот, при этом чехле работают. И чем вот эта штука прикольна, тем, что вы можете не только защитить свой смартфон от дождя, допустим, но и, используя его, делать подводные фотографии или подводную съемку. То есть представим на секундочку, что мы плывем где-то, да, под водой в море и снимаем рыбок. Ну, в моем случае снимаем то, что валяется на столе. Вот так вот. В общем, такая нехитрая штука поможет мне в будущем избежать повторения неприятной ситуации прошлогодней, когда я залил свой телефон. Ну вот, слава богу, что был тогда как раз мой день рождения, когда подарили вот этот на смену. Очень вовремя. Ну, вот этот пакетик поможет мне, опять же, повторюсь, избежать повторения такой неприятной ситуации. Простите за тавтологию. Вот, в принципе, и все. Водонепроницаемый чехол для смартфона. Я не буду сейчас совать его в какую-нибудь кастрюльку с водой, чтобы продемонстрировать, что он действительно водонепроницаемый. Просто можете поверить мне на слово, можете не верить, как угодно. Ну вот, я для себя определил, что эта штучка достаточно полезная и в хозяйстве всегда пригодится. Допустим, идете вы на пляж, я иду, допустим, на рыбалку или еще куда угодно там. Вот, кладем свой смартфончик в такой чехол, здесь в порядке, телефон его защищен. Все, на этом заканчиваю. Спасибо за внимание. Ссылочку на вот этот вот чехольчик я оставлю в описании. Всем спасибо, всем пока.